Больница, где все под рукой, где всегда можно получить не только консультации специалистов, но и высокотехнологичную медицинскую помощь, где лечат и детей, и взрослых. Именно такие комплексы были созданы в Чувашии взамен привычных райбольниц. В Шумерле, например, межтерриториальный медицинский центр оказывает акушерско-гинекологическую, педиатрическую, травматологическую и неврологическую помощь. Здесь же есть и первичное сосудистое отделение для больных с инфарктами и инсультами. В Шумерлинском межтерриториальном центре мы были как раз в 2012 году, когда работы по его созданию были в самом разгаре. Тогда ремонтировались помещения, закупалось и устанавливалось оборудование, корректировалось штатное расписание. Сегодня, спустя два года, центр работает в обычном режиме, хотя количество посещений растет. И не только посещений. Совсем с другой нагрузкой, нежели пару лет назад, работают хирурги. Сейчас мы делаем операции при помощи артроскопа, то есть закрытой методики, которая позволяет нам проводить остеосинтез закрытыми методиками при помощи этой C-дуги. Артроскопические операции тоже делаем на коленном суставе. Вот. У нас сейчас появились новые доктора, приехали благодаря политике нашего руководства, которое заинтересовало этих докторов. Мы сейчас, в принципе, обеспечены кадрами на комплектованы полностью, можно сказать. Конечно, это большое облегчение для больных. Не надо каждый раз ездить в Чебоксары, ждать, когда подойдет очередь, волноваться, что возникнут какие-то проблемы и придется приезжать снова. Пациенты, страдающие хроническими заболеваниями и вынужденные регулярно обращаться к услугам шумерлинских врачей, отмечают. Изменения грандиозные, я смотрю, в больнице. Если раньше вообще, ремонт замечательно все сделали, палатки. Персонал мне нравится, молодцы, все так душевно относятся, и врачи, и медсестры, и уколы. Я, честно, боюсь, так уколы, молодцы. Легко, хорошо делают. Заметно вырос и профессионализм медиков. И дело не только в современном оборудовании, но и в том, что врачи постоянно совершенствуют свое мастерство, набивают руку. Эту пациентку со сложным переломом прооперировали совсем недавно, но она уже чувствует себя намного лучше. Но меня так успокоили здесь, сказали, все соберем, будет действовать. Все нормально. И я поверила, и без страха, и, в общем, с настроением. И мне вообще мне очень нравится, как относятся. Вот любую санитарку попроси, хоть о чем. Любую медсестру ночью, полночь попроси. Увеличилось количество сложных исследований. УЗИ, к примеру, в прошлом году прошли на 35% больше, чем в позапрошлом. А лабораторных исследований сделано больше в полтора раза. Электронной почтой можно записаться даже, вот все это удобно очень. Ну, что еще тут? Ремонт производят. Каждый год, смотрю, ремонтируют. Но все-таки получше стала и чистота, и врачей поболее, наверное, стало. Сегодня медики Шумерли, так же, как и все работники российского здравоохранения, готовятся к профессиональному празднику. И так же, как для всех эскулапов, лучшей наградой для них станет выздоровление пациентов. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов. Республика.